27 декабря на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты самоуправления приняли решение отказаться от реализации проекта по строительству нового производственного помещения на улице Спалю 4К2, которое впоследствии планировалось сдавать в аренду даугавпилсскому предприятию, занятому в сфере металлообработки. Следует отметить, что ранее для реализации данного проекта из госбюджета городу было выделено 4 миллиона евро. Практически столько же пришлось бы добавить и самому самоуправлению. Но в условиях, когда существуют огромные риски, поскольку возвести данный объект необходимо было в короткие сроки, и когда есть потенциальный инвестор в лице предприятия «Зиглер Машинвува», который готов построить на этой земле за свои деньги другой производственный объект, депутаты Думы приняли решение отказаться от реализации своих планов. В итоге на территории Северной индустриальной зоны в ближайшем будущем появится еще один производственный объект предприятия, которое приняло решение о развитии своей производственной деятельности в Даугавпилсе. Речь идет о заводе «Зиглер Машинбуве». По неофициальной информации, в новых производственных цехах будет налажено производство сельскохозяйственной техники. Зимний период – это время стремительного распространения инфекционных заболеваний, а также обострения других болячек. Увы, несмотря на профессию, инфекция, вирусы не щадят и самих докторов. В итоге, в связи с болезнью 7 педиатров Даугавпилсской региональной больницы, прием и сортировка детей до 14 лет в случае острых состояний временно приостановлена. В этой связи стационар просит родителей обращаться с детьми в соседние региональные больницы педиатрического профиля, а не в приемное отделение Даугавпилсской региональной больницы, поскольку оказывать им помощь на данный момент по большому счету некому. В настоящее время на лечении в Даугавпилсской региональной больнице находится около 30 детей, а из педиатров работает только один врач. Кстати, с 14 лет подростков может принимать взрослый врач в режиме дистанционных консультаций, поэтому больница просит родителей использовать эту возможность. По информации государственной полиции, рождественские праздники в Латвии относительно прошли спокойно. По сравнению с предыдущим годом было зафиксировано примерно на 100 дорожно-транспортных происшествий меньше, снизилось и количество пострадавших. Если в прошлом году за три праздничных рождественских дня произошло 331 авария, то в этом году 231. Однако по-прежнему основной из причин возникновения ДТП являются нетрезвые водители. В этом году было зарегистрировано 49 случаев вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. К слову, согласно вступившему в силу законодательству, транспортное средство в Латвии конфискуется в следующих случаях. Если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения и в его организме было обнаружено свыше 0,5 промилле алкоголя, или же он был под воздействием какого-либо наркотического вещества, или отказался проверить наличие в организме одурманивающих веществ. Не обошлись праздники и без травм. Так, за 4 праздничных дня с 23 по 27 декабря в клинику неотложной медицинской помощи при Даугавпилсской региональной больнице обратилось большое количество травмированных. У 41 травмированного пациента были констатированы переломы, у 4 обморожения, у 12 вывихи, у 21 ушибы, у 5 ожоги и у 24 пациентов различные раны. В преддверии Рождества в одном из гаражей, расположенном в гаражном кооперативе на улице Балву, прогремел взрыв. Вызов в полицию поступил около часа дня, и в ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили тело погибшего человека. В ходе расследования было установлено, что в помещении произошла детонация снаряда времен Второй мировой войны. В результате взрыва погиб 37-летний мужчина, который в момент взрыва находился в помещении. Во время осмотра гаража также было обнаружено еще 4 взрывоопасных предмета, которые не взорвались по чистой случайности. По факту гибели человека начат уголовный процесс. Не исключено, что речь идет о так называемых черных копателях, которые заняты поиском патронов, снарядов, оружия времен Первой и Второй мировой войн.
«Пьяный водитель, смерть за поворотом». Это устойчивое выражение, к сожалению, часто бывает пророческим. Но 17 декабря жителям Даугавпилса повезло. Никто из них не попал под колеса пьяного водителя, который днем устроил гонки по центральным улицам Даугавпилса. В поле зрения муниципальной полиции этот злоумышленник попал сразу после 9 часов утра. Мобильный экипаж стражи порядка обратил внимание на легковушку, водитель которой, выезжая из кругового перекрестка улиц Кандавас и Спорта, не пропустил на пешеходном переходе человека, попал затем в боковой занос и врезался в дорожное ограждение. Было принято решение проследовать за машиной и остановить ее. Однако, заметив транспорт муниципальной полиции с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, нарушитель продолжил движение, увеличив скорость и пересек перекресток улиц Кандавас и Цетекшня на красный свет в направлении музыкальной средней школы имени Станислава Брока. Недалеко от здания по улице Музея 11 беглец не справился с управлением, врезался в сугроб и застрял. А буквально за несколько секунд до столкновения в этом месте находился прохожий. Водитель застрявшего автомобиля отказался предъявить сотрудникам полиции документы и представиться. От него пахло алкоголем. Вел себя мужчина агрессивно, угрожал полицейским, а через какое-то время и вовсе попытался сбежать. А в момент задержания оказал сопротивление. Одним словом, стражам порядка пришлось применить физическую силу и надеть на мужчину наручники. На место происшествия были вызваны сотрудники госполиции, и даже находясь в наручниках, задержанный продолжил вести себя агрессивно и причинил материальный ущерб, переведив место временного задержания в служебной машине. В итоге дебоширом оказался мужчина 1987 года рождения. Сначала он был доставлен в наркологическое отделение ДРБ, а затем в место кратковременного задержания Латгальского регионального управления полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности, избежать которой будет невозможно. Уж слишком много наследил водитель-пьяница. Пока одни приюты для животных в преддверии рождественских и новогодних праздников объявили о приостановке общения с потенциальными хозяевами пушистых и усатых четвероногих братьев наших меньших, и это сделано для того, чтобы последние после праздников вновь не оказались на улице, как ненужный подарок, Даугавпилсский приют для животных этот диалог продолжает. Но котят и взрослых представителей кошачьих, а также щенят и взрослых особей отдают только ответственным персонам. И несмотря на то, что интерес к осиротевшим и бездомным животным в Даугавпилсе есть, тем не менее, этого недостаточно. На данный момент в приюте обитает более 100 котов. За год практически вдвое увеличилось и количество собак, которых стало более 60 вместо прежних 30-40. Многие из них сюда попали по причине смерти хозяев, родственники которых не намерены взваливать на себя это наследство. Другое дело – недвижимая собственность, а животные в их понимании – это так – лишний род и лишние хлопоты. Еще одной из причин попадания животного в приют, хорошо, что не на улицу, является безответственное отношение к котенку или щенку, либо ко взрослому животному. Специалист отмечает, что зачастую люди путают животных с куклами, а ведь это не так. Кот, собака или другие – это живые существа, у которых есть свой характер, свои болячки и пристрастия. И не считаться с этим нельзя. Самоуправление города сегодня обеспечивает основные потребности животных, однако приют не откажется и от нашей с вами помощи, а она может быть разной. Например, приют никогда не откажется от сухого корма или консервов для животных, натурального мяса или субпродуктов, теплых вещей из натуральных материалов, опилок и соломы, которые можно использовать для утепления вольеров. Но в любом случае перед посещением Даугавпилсского приюта для животных необходимо связаться с его сотрудниками, позвонив по телефону 242-402.